одна из самых юных и трагических героинь мира литературы – это шекспировская Джульетта. Ей было 13 лет, так же, как и нам. Как раз для подростков в музее Анны Ахматовой открылась квест-выставка, и сегодня мы отправимся в кучу событий того времени. Это стартовая цита, с которой вы начнете ваше путешествие по Вероне. Далее место, где старт вашей игры. И вот здесь порядок перемещения по сценам пьесы. Когда к нам приходят группы, они абсолютно случайным образом начинают свое путешествие по нашей Вероне. Есть комната Джульетты, есть склеп, в котором, по легенде, похоронена Джульетта. Никто, конечно же, не знает, где она похоронена на самом деле, но вот считается, что в Вероне. Также у нас есть келья брата Лоренцо, сад, в котором происходит признание Джульетты и Ромео, их первое свидание. Есть бал, на котором происходят ключевые события. Впервые они видят друг друга и влюбляются. Есть площадь, на которой происходили большинство кровавых сцен в этой трагедии. Комната Джульетты сделана в форме свадебного платья, хотя на первый взгляд напоминает иглу эскимосов. Внутри белые розы, поэтому здесь так вкусно пахнет, а на стенах отрывки из речи героини. Некоторые из них можно увидеть только с помощью специального фонарика. Мы хотим, чтобы каждый человек открыл что-то свое и понял по-своему текст Шекспира. А все, что вы видите, это в помощь этим открытиям, этому пониманию. Вот эти милые зеркальца с фонариками – это возможность высветить здесь какие-то еще тайные знаки. А что эти знаки означают, тоже хочется, чтобы каждый сам подумал, что такое. Почему здесь слеза, почему вопросительный знак, почему сердце, всем понятно, конечно. Почему здесь глаза какие-то таинственные. О чем думала Джульетта, может быть, это ее мысли. Что это? Давай послушаем. У меня музыка, как будто кто-то на арфе играет. Слова. А у тебя? Слова какие-то. Интересно, наверное, цитата. Послушайте. Мне близость ссылки тяжелее, чем смерть. Не говори ни слова об изгнании. Ты выслан из Вероны. Потерпи. Здесь много разных картинок. И из каждой из них звучит либо музыка, либо слова из пьесы. Чем отличалась жизнь подростков тогда и сейчас? О, я думаю, что очень многим. Вам 13 лет? Вы готовы замуж? А если помните, когда мама говорит, что неплохо бы Джульетте выйти замуж, она говорит, нет, я еще молода. А мама говорит, в Вероне есть невесты и моложе тебя, и я вышла замуж моложе тебя. Джульетте 13 лет, если мама ее вышла моложе, соответственно, ей 12 было очевидно. То есть ее мама 25-летняя старая женщина. Он писал не о сложном положении подростков в конце 16 века. Мне кажется, что там все гораздо глубже и интереснее. Ромео и Джульетта, наверное, самая близкая подросткам пьеса на протяжении уже нескольких веков. Побывали на выставке квести по мотивам произведения Настя Долданова и Алина Сидорова.